Всем творческое приветствие, меня зовут Екатерина, и я вам рада. Сегодня опять фикс прайс. На самом деле, не так уж часто мы туда с сынишкой ходим. Последний раз это было на Хэллоуин. Мы покупали кое-какие украшения и тарелочки, стаканчики. В этот раз у нас немножко такое с новогодним уклоном получилось. Ну, тут всякие у нас. Такие вот чипсики. Бейкетсы. Мне нравится, что, в принципе, состав такой. Ничего тут. В принципе, по калориям не сильно. Перебор. Покупаю иногда детям. И мужу они тоже нравятся. Потом вот такие вот батончики. Покупаем, потому что это фиксики. И потому что там внутри наклейки. Но они не сильно так вкусные, но... Так, масочка это сынишка выбрал. Любит он Хэллоуин, хотя, наверное, не понимает, что это за праздник. Дальше игрушка-пират. В общем, тут надо его в бочку вставлять и пронзать мечами. И что-то будет. Надеюсь, она не сломана. Так, вот растяжечка такая. По-моему, в прошлый раз у нас растяжки не было. Когда дедушка пришел в гости, сказал, ну что ж ты, Катя, обычно у нас есть растяжки, а в этот раз нет. Ну, в общем, обзавелась я растяжкой. Так, обнаружила, что у меня нет колготок. Купила колготки. Надеюсь, они будут мне нормально. Потому что обычно мало мерят. Вот четвертый аж я взяла, это тройка, больше не было, 120D. Такие лепешки взяла. Люблю я делать сейчас всякие ПП-шаурму. То есть я беру куриную грудку, беру листья салата, помидор, заворачиваю и запекаю. По-моему, тут не так уж много углеводов всего, по-моему, 45 на 100 грамм. Так что, в принципе, на лепешечка где-то... 60 грамм весит, так что можно себе позволить. А вот это вообще какая-то типа мультизлаковая. Тут даже вот семечки льна есть. И они маленькие. Ну, как же без подарочной упаковки. А, кстати, я вот эту тетрадку сейчас на занятиях обыскалась. Кажется, она была все-таки на месте. Так, письма Деду Морозу. Как же без этого, да? Пюрешечек себе взяла, парочку. Ну, так приятно в творог просто добавлять. Потому что когда сидишь на ПП питании, уже начинаешь подбирать что-нибудь более полезное и не вредное. А, такая соль для ванны. Там, по-моему, еще была шоколадная. Ну, что-то давно у них не было, кстати. Вот. Даже как-то помню, что курим, не было соли. Мешки для мусора с завязками, банально. Пластилин мы много лепим, моторику развиваем. Салфетки, как же без салфеток. Я когда леплю, руки вытираю, стыки вытираю. Ну, так, на бытовые нужды. У детей свои, у меня свои салфетки. Так, и вот такие вот они. Такие мягенькие, вкусненькие. Детям нравятся. Вот, в принципе, и все. Спасибо за внимание. И всем пока-пока. Сначала пират сажаем в бочку. Ой, смотри, чтобы он не вылетел. Надо, может, снизу начинать вставлять мячи? Как ты думаешь? Только не в меня. И все не успели мячи вставить. Он выпрыгнул. Может, надо сначала нижний только, а потом верхний вставлять.